Доброго времени суток, подписчики моего канала. Это третье видео, в котором я сейчас буду плавить вот этот осадок с золотом, который получил в моем последнем видео и до него, где я растворил золотые часики, а потом в следующем видео я переработал советские радиодетали. Я накопил вот столько вот осадка. Вчера я его подсушил, то есть он сухой. Сейчас края подрежу ненужной бумаги. Закидываем этот осадок в тигель, в мой, который я делал. И плавим. Посмотрим, что из этого получится. А именно, примерно какой кусочек выйдет. Но я не буду его даже взвешивать. У меня весов пока еще нет. Все, руки не дойдут. На этот раз я буду плавить без буры. Соду, буру добавлять не буду. Берем наш осадок, ну тяжеленький. На вес примерно где-то ну, грамм 6, может 8. Лишнюю бумагу подрезаем, чтобы ее не было. Я сильно до верха не лил, чтобы потом меньше бумаги было. Фильтровалось очень хорошо. Вот так вот лишнюю бумагу я убрал. Все. Она не нужна. Вот он осадок коричневый, тяжеленький. Ну, сейчас начну плавить сюда его. Аккуратненько вот так вот. О, замечательно. Все, плавим. Буру использовать не буду, как я уже сказал. Осадок, в принципе, такой чистый. Вон, коричневый, почти желтый, на свету желтый. Так, как сейчас, вот, к примеру, под навесом, без света, где свет на него не падает, он просто коричневый, то есть очень чистый. Даже если там какая-то грязь и есть малая часть, все равно золото будет иметь чистоту примерно, ну, 950 единиц, примерно. То есть, ну, пусть даже не 9,99, да, все равно очень. Он, к примеру, если захочет его продать, принесет в ломбард куда-нибудь или в ювелирку, неважно. Все равно, если там добрые и честные люди, они определят, что это червонное чистое золото. Они точно тоже не скажут, какая там чистота у него прям. Это нельзя сказать анализами химическими. Но покажет, как 24 карата. Так, закидываю тигель в печь. Устанавливаем тигель. Пришло время посмотреть, что там получается. Открываем крышечку. Вот, уже тигель почти красный. Начинает краснеть. Я думаю, на этот раз спирали хватит. А уже в следующий раз она накроется. Ладно, потом установлю не хромовую спираль, которую Сергей дал. Если понадобится чаша графитовая, сразу установил. Заглянем еще через 3 минуты. О, и вот что мы имеем на 6 минутах. Видите, как уже тигель разогрелся? 6 минут. Красота. Отлично. И еще минут 6, и все расплавится. Обычной проволоки из нержавейки хватает на 3 раза расплавить. Это тоже хороший результат. Учитывая то, что я покупаю килограммами, фу, мне хватает ее, не знаю насколько. Вот, ребята, все остановилось на самом интересном месте. Короче, перегорела одна из спиралей. Осадок уже почти начал сплавляться. Вот он, видите, он, вся бумага сгорела. Вон он коричневый. Ну, пусть теперь остынет тигель и печь. Я спираль поменяю, и пусть это будет таким хорошим примером, что использовать такую печь очень эффективно. Ну, сгорела спираль, все, что надо, просто остудить печь, поменять спираль и доделать то, что не получилось, к примеру. Это просто техническая такая проблема, мелкая. Тем более я намотал этих спиралей, у меня их штук 20 есть еще неиспользованных. Это был третий обжиг, до этого я перит обжигал в этой печи, камни тогда что, растворял.
и изрядно спираль помочил тогда. Она же из обычной проволоки нержавейки. Вот он, видите, коричневый осадок. Ну ладно, начнем с того момента, на чем у меня здесь все остановилось. Он уже разогрелся почти до яркого белого цвета. У меня одна из спиралей сгорела. Ну вот, прошло некоторое время, печь остыла, я спираль поменял. И сейчас мы продолжим с того места, на чем все остановилось. Просто расплавим осадок. И небольшая информация для вас. У меня вот здесь, на самом дне, лопнул один рычаг. Не в этот раз вообще. По-моему, прошлый раз я плавил, менял спираль. Вот здесь у меня лопнул рычаг. Поэтому, если будете делать печь подобную, лучше сделать как вот здесь, сбоку. Чуть-чуть пошире, чтобы расстояние было. Слишком густо не делать. А то эти столбики получаются очень тоненькие. Вот у меня один рычаг лопнул. Но он пока не мешает. Тигель прекрасно ложится. Я могу пока пользоваться еще много этой печью. Давайте посмотрим. Вот, уже все очень ярко, уже начало сплавляться все. Да, вот он уже спекается. Трогать не буду пока. Он сейчас начнет плавиться. Чистейшее золото. Так, ладно, сливаем этот раствор ненужный. Тут воняет. Это же соляная кислота, чтобы она побыстрее. Фу, зараза. То, что я вижу, уже меня впечатляет. То есть очень чистое, хорошее золото получилось. Так, сейчас покажу. Придется сфокусировать камеру, наверное. Так. О-хо-хо, тяжеленький кусочек золота. И далее. Очень чистое золото получилось. Сколько здесь? Я не взвешивал, у меня весов нет. Ну, примерно 10 грамм, вот так вот. Хороший кусочек получился, очень.
И золото очень чистое, кстати. Так, ну-ка, здесь чуть-чуть вон вижу осадок на дне. Песок мельчайший. А все остальное растворилось. Какой-то такой чуть-чуть зеленоватый раствор. Ну вот, видите? Сергей будет доволен, думаю. Так, сейчас фокусирую камеру. Ну вот. Наш самородок. Неплохо, да? Конечно, Сергей будет доволен. Еще бы. Не вкладывая вообще нисколько средств на химреагенты. Не травясь этими парами. Ничего вообще. Ну, я под вытяжкой делал. Я тоже не травился. Отличный результат. Видите? Как железный купорос потрясающе восстанавливает золото. Потрясающий результат, просто потрясающий. Не могу налюбоваться. И вес тоже существенный. Ну все, что еще можно сказать? Отдам Сергею его прелесть. Действительно прелесть потрясающая, просто потрясающая. Зачет настоящий. Ну вот сколько золота получилось с этих часов, с этих радиодеталей. И плюс осадок, который мне Сергей передал. Вот столько получилось золота. Чуть-чуть песок остался в этом стаканчике, это будет мне бонус маленький. Его там почти не видно, его почти нет. Вон там что-то. Вон совсем немножко есть. Вот здесь вот совсем чуть-чуть есть его. Наверное, 0,1 грамма нету. В общем, все. На этом конец. Будут, конечно, еще интересные обзоры. Буду плавить еще не раз золото. И еще более крупные партии. И 50, и 100 грамм. Так что, в общем-то, подписывайтесь и смотрите. Наблюдайте за каналом. Если кого-то интересует, сколько получилось в граммах, ну, примерно 8-10 грамм. Я брал этот самородок в руки, и примерно, я думаю, тут грамм 10 будет. Хороший результат. И золото очень чистое. Осталось сделать одно. Передать прелесть хозяину. Считать чужие деньги, как говорят, некрасиво. Сколько есть, все его. Ну вот и все. Здорово. Вот. Золотишко передаю Сергею. Где-то 10-12 грамм. Видишь, чистенькое какое. Да. Ой, очень чисто. Красиво. А в прошлый раз чуть-чуть красноватое было. Да. Ну, потом переработали его. Я что-то не стал, подумал, сплавлю. Ты сам сказал, не стал говорить. Хорошо. Я просто сплавил, некогда было. Ну, что, нравится? Очень нравится. Чистое Спасибо. Золото. Чистое золото.